Я лично потрясен, совершенно потрясен. Знаете, хочу сообщить зрителю, что я эту песню слышу первый раз. Я ее сочинил с армянским композитором Давидом Тухмановым, но он написал припев, а запев он говорит, я не умею, а я рэпер. И вот я сочинил вот для вас вот этот рэп. Теперь я выступаю, марш отсюда. Я уже ты славу получил, теперь я хочу. Мне лично кажется, что я тоже так умею. Попробую. Малышня и постарше, вам открою секрет. Я поэт Юрий Ильчик, чисто детский поэт. Много песен для вас я всю жизнь создавал. Вообще мои песни — это полный завал. Вы знаете, я подружился однажды с великим узбекским композитором, поэтом и, главное, певцом Батыром Закировым. И он меня познакомил с ансамблем «Ела», где руководил его брат. И мы вместе отправились по всему Узбекистану. И вот мы ехали по пустыне, и вдруг я вижу вместо красивого пейзажа какие-то животные необычные бегали. В общем, я был потрясен. 8 часов в пустыне. И вдруг я вижу...